Поздравляем с Рождеством! Открывайте двери в дом, запускайте в него счастье, догоните прочь ненастье. Радуйтесь и улыбайтесь, а вот веру постарайтесь в сердце бережно хранить, о добре Христа молить. К свету вы душой стремитесь, рады будьте, не гордитесь, умным словом насладитесь. Добрый вечер! Усыпи меня, сон трава, на опушке в сухом бору. Ах, еще далека весна, белый дым плывет на ветру. Может, правда, а может, сон? Край родной, как ты дорог мне! Мне бы чистым сухим овсом прозвучать на твоей земле. «Дальний лес» — солисты Андрей Лиманский и Альберт Хан. Я сегодня
Встань, коза, встряхнись, встань, медведь, развеселись. Слушайте, где трубы ревут, там блины пекут. Где блины пекут, там и нам дадут, коза да медведь. Темень метельная, а над яслями песнь колыбельная. На востоке заря занимается, над младенцем Мария склоняется. Thank you.
небылицы в лицах сидят в светлицах, щелкают орешки и творят потешки. Ехала деревня, солист Константин Шилов. Ехала деревня, ехала деревня, мимо мужика. Деревня мимо мужика, вдруг из-под собаки лают ворота. Ехала деревня мимо мужика, вдруг из-под собаки лают ворота. Выбегла дубина с мальчиком в руках, а за ней голубчик с мамой на плечах. Собаки лают ворота, выбегла дубина с мальчиком в руках, а за ней дубчик с мамой на плечах. Глубже в небе синева, ярче вспыхнула звезда. Приходила Коляда накануне Рождества. По сугробам снеговым шла, смеясь и веселясь, и к знакомым, и к чужим под окошками стучась. А за старой Колядой колядовщики пришли, встали шумною толпой, песню звонко повели. Уродилась Коляда накануне Рождества. Уродилась лица дремучие лежат.
Но вот у нас осталась еще одна часть этой рождественской сюиты, которая называется «Колядки-загадки». И сейчас я думаю, что вы все загадки отгадаете, конечно. Но нам нужно немножко порепетировать. Давайте попробуем. Я загадываю загадку, а вы только по моей руке отвечаете. Хорошо? Все хором. Я думаю, справитесь. Нет смирений в целом мире юной девушки. Угу. К ней от Бога приходил ангел Божий. Правильно. Этот ангел весть принес, что родится в мир. Все сомнения отбросив, в Вифлеем идет. Не во дворцах и не в шатрах, но спит малыш Христос. Из восточной стороны ко Христу идут. Молодцы! Вот мы порепетировали, сейчас мы музыкальные колядки-загадки также по моему сигналу постараемся все отгадать, хорошо? Воробушек летит, хвостиком летит, воробушек летит, хвостиком летит.
В избушку ребят и в подпечку косят.